Это место для новой мечети, которую нам предоставила администрация города. На сегодняшний день мы здесь занимаемся уборкой территории и готовим площадку для строительства. Этот неприглядный пустырь вскоре станет местом шедевра архитектуры. В 35-м микрорайоне появится новая мечеть. Эскиз-проект уже готов. Это будет двухэтажное здание песочного цвета. Стиль выбран необычный – сочетание модерна и минимализма. Такого сооружения в Татарстане нет. В первый день Рамазан мы собирались в администрации, у главы нашего района, да, где присутствовал, значит, главный архитектор нашего города, и он предложил необычный проект. Действительно, мы привыкли к минаретам и куполам, а здесь вот предлагается такой вариант, очень современный, очень такой молодежный. Культовое сооружение рассчитано на 400 человек. Здесь будут созданы все условия для совершения мусульманских обрядов. Мужские и женские залы, учебные классы, конференц-зал и парковка, рассчитанная на 40 мест. Уже известно, что площадь вокруг мечети превратится в современный и благоустроенный парк, в котором высадят деревья, создадут зону отдыха для взрослых и игровую площадку для детей. Строительство новой мечети нижнекамцы ждали давно. Уже несколько лет жители 35-го и 36-го микрорайонов ютятся вот в этой трехкомнатной квартире, которая служит им своеобразным святилищем. Именно они и поддержали идею возведения мусульманского храма. Ждем, думаем, надеемся, будет Аллах берсе, будет. И будем ходить еще пока мы в состоянии намаза. Работы начнут уже через месяц. Правда, сейчас необходима материальная поддержка. Возводить мечеть будут на благотворительные средства. Всего нужно 75 миллионов рублей. Сбор денег уже открыт. Куб установлен в центральной соборной мечети. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, новости НТР.